Всем привет, с вами Сидер Сворд. И мой человечек, который пока молчит. Не знаю, что с ним будет дальше. Так, сейчас у меня что-то глючит. Прим. Они все в норме. Ну что, поехали? Игра. А, друзей надо добавить. А, точно. Меня друзей еще не добавил. Да, играем пока одним. Ограбление. Бандиты хотят украсть очень ценные запасы. Кто пытается их остановить? Грабителям нужно скрыть одно из нескольких хранилищ, собрать оттуда две сумки, дождаться добычи, добраться с добычей до вертолета. Алло, ты меня слышишь? Позвони мне на телефон. Давай. Так. Вот. Забрать сумки и добычить вертолета. Сима прав, порядка разрешено стрелять на поражение, чтобы ставить грабеж и не дать преступнику уйти. Давайте же попробуем. Да, все, мы стримим. Так. Всем привет, дорогие подписчики. Сами я, Симка снова. Я не смотрю сегодня за твичем, не буду следить. Но я сейчас играю, и вообще не понимаю, вот как целится вот это все. Мне пока что нубский плохо. Я говорю, дело привычки. Я торможу на каждом моменте. Вот у тебя как настройки настроены? Я ничего не знаю, я сейчас просто пустил игру. Чё мне, ты меня добавишь или чё? Добавляй меня в друзья, Silversword 95. И все добавляйте, кто хочет играть, приходите. Позже придет попозже. У тебя длинный ник, запомни, веди мой. Меня очень длинный. Меня легче что найти. Что делать? Напиши на английском, Симка 988. Тут прицел какой-то слишком быстрый. Тебе не кажется? Ааа, я гранату кинул! Аунди, да, добавишь меня. Симка 9. Я перепутал кнопку, господи. Ты, кстати, управление ты настроил? Да нет. Нет? А я ничего не настраивал. Ну, короче, L2 прицел, а я L1 жму. А ты как целишься, вот мне лучше расскажи. Я вот нажимаю... L2. L2, да. И потом стреляешь, да, по очереди, да, небольшой? Блин, как неудобно, кошмар. Чувствительность надо понизить, слишком она высокая. Вот, да. А когда? Это надо только делать, когда ты не в бою вроде да? бы. Вроде бы, да. Пофиг, сейчас попробуем что-нибудь сделать. Ну давай, пока я на своей обе, ты на своей, все равно. Наконец-то я сделал вот это, мне. Ну ты мне посоветовал это привязать через PS, понял? Ну, я просто. Помнил, мы с Коржиком поболтали. А то я сижу, а помнишь, как я все... Так, у меня вылетело. Что вылетело? Игра вылетела. И у меня вылетело. Оу, да? Да, это что-то с игрой уже. Поисоединение потеряно. Да, у меня загрузочка. Да, информация об ошибке, да, меня тоже выбило. Странно. Так, ну давай тогда добавляй меня пока. Добавляй ты меня. Я не знаю твой никнейм. Я тебе же сказал, Симка. Я не могу по слуху, я сейчас тебе скину свой. Пожалуйста, давайте я напишу тоже. Да. Свой ты мне. Ну мне тебя Блин, мне тебя тяжелее будет найти, очень чем. Долго. Я тебе, короче, вот так напишу. Пиши. Только с маленькой буквы. Я напишу с большой. Ну ладно, Симка. Просто у меня очень легкий ник, меня легче. Блин, а у меня Соника зависла. Я просто нет. Хочу тебя добавить. А, блин, я же не могу тебя Сонька добавить. Не записывай, не боись. Симка 9. Мне сложно добавлять, потому что у меня лимит ограничен, я тебе говорю. У меня лимит 100 друзей уже закончен. Удачи кого-нибудь. Мне надо с мобильника тебя добавлять, это неудобно жутко. Так что давай быстро, это... Сам меня добавь. Окей, ну я написал, значит, так, это, игрок, кстати, вы добавить друга сейчас, я тебя добавлю, давай. Блин, какой тема? Блин, где там? Сейчас что-то я не тоже. Ну, а чё реально батла вылетел? Что-то я не понял, как это. Людей мало.
Добавить друга, во. Кому тема запрос добавления в друзья, да? Ну. Кому надо писать, да, где наверху, верно? Ну. А то у меня друзей вообще там два человека, они сами добавляют. Введите сетевой идентификат. Давай-ка. Так, где ты там? У тебя же с большой же, да, начинается? Да. Ну хорошо, сейчас. Так, С. Да какая там. А, все понял. Так, С. Так. Меня из бета выпило, как я только начал друзей добавлять. Не, я в. Ну, а как бы меня с игры вылетело просто и все. Я понял, но у меня почему-то добавление друга не вышло. Так, где мой телефон? Тебя добавить надо. Подожди, я еще пишу твой ник. Я все равно отключить приложение. Так, а у меня черный экран. И чувствительность кашля сколько поставил. Я просто буду сейчас действовать. Посмотрим. Просто я действую по тем, понимаешь, те, кто... Народ, присоединяемся, да, мой PSN указан внизу, в описании, вот, нас, для нас всех касается. А? Люди уже смотрят, мне интересно. Да, есть люди. О, это хорошо, просто я сегодня говорю, я за Твичем никак не смогу следить. И... Сори, я, не, я вот могу... Вот играем мы на PlayStation 3. Пока вроде все меня устраивает. Так, я не могу подключиться к PSN. Меня пока что не, управление не устраивает. Я не могу к PSN подключиться. А что такое сельвер? А, во, все. Подключился. Сейчас, я уже почти добавил сейчас. Почти, вот. Сейчас. Ну сейчас, подожди, я последний там... У меня грусть там... не переживает. Во... Здорово, так что мне немножко геймер на я вас просто, добавляет. Я просто нуб... Я просто как бы с управлением джойстика еще не сильно, это как бы я мало, ну, за ним сижу, я учусь сейчас, как бы мне даже было бы тяжело проходить один из нас, хоть я не по сети играл. Ну, надо привыкать. Да, надо привыкать. Я уже от клавиатуры немного начал. Вот я уже... Да, я уже... Я уже на клавиатуре не играю много лет. Ну, кроме ретро-игр всяких. Так что. Я надеюсь, окей, вот, сейчас я окей нажал, посмотрим, что выдаст. О, появилось что-то. А, я кинул? Нет, пока. Нет, еще не напишу. Вот лучше у меня. Я там фигню написал, вроде бы кинул, все, да, кинул. Пока так. Нету. Я кинул. И на Соньке не... А, на Соньке, подожди, появилось вроде. Симка, это должен... А, на Соньке нету. Ты точно кинул? Да, я кинул. Чувствитель... А, вон, нашел. Запрос на добавление. Чувствительность мыши ты на сколько поставил? Что? Чувствительность мыши сколько? Подожди. Я еще пока не ставил. Все, стоит. Сейчас добавлю. Давай же. Получи. Ты меня пригласишь же, да, наверное? Надо. Yeah. Это. Народ, да, давайте к нам, народ, тоже. Мы вас примем. Встретим. Кто тоже вот. Я вот впервые в жизни запустил. Я хотел просто попробовать, как это смотрится. Ни разу не играл. На компьютере это я могу-то играть. Так, чувствительность 20. Но если хочешь научиться играть в батл, покупать нужно на PlayStation 3. 15. Ну, зато узнаю, что это такое, хотя бы попробую впервые в жизни. Я надеюсь, меня на стриме слышно сегодня. Слышно. А, ну хорошо, тогда так. Ты добавил? Да. Ну, кинешь приглашуху там, или как-то, или как там. Давай лучше говори, как чувствительность ставить, насколько. Ну, я пока думаю, вот 15 поставил, не знаю, правильно, нормально, нет? Ну давай тоже. Так, как тебя да, теперь, как тебя с тобой поиграть? Ну, сетевая игра жмем. А, вот, Battle Log, так. Ты пока зайди в игру-то. Я в игре. А-а. А, мне надо перезайти в PSN, а то он не видит списки друзей, все. Быстрая игра, сервера, присоединиться к отряду, это что-то. Подожди. До меня подожди. Я вот вижу здесь присоединение отряда.
Сейчас я секундочку пока что. Ты пока делай, я сейчас секундочку. Ну ты меня подождешь. Ты меня приглашай, пока я сейчас. Блок, ага, нету. Странно. Вот он. Вот как хорошо Ты иметь звук. меня попробуй позвать, потому что я не вижу тебя. Вообще не видишь? Как же играющего не вижу. А как мне тебя позвать? Подожди, мой Зайди агент. селект нажми. Куда-куда? Селект. Нажми селект. А. Сейчас. Я там Типа есть? в друзья тебя, да, типа зайти? Есть я там? Сейчас поищу. Друзья, так. Да, есть. Давай, приглашай. Куда мне тебе, как мне без сообщения, создать сообщение, сравнить приз, начать новый чат. Там есть Блин, вообще не на... кнопочка какая-нибудь? Не, нет, я тебе не могу вообще никак. Да У меня подожди. есть тут патологи при создать этот. Сейчас, Могу. погодь, я перезапущу игру. У меня есть такая вот фича здесь, я говорю, создать какую-то... В игре есть сама эта фигня. Сейчас я ее сам найду. Сейчас чуть-чуть надо поднастроиться. Я сам еще не сильно разобрался. Блин, уже 20:23, блин. По-моему, ты сегодня будешь играть, а мне аж до 21 сегодня. Потом пойду на ПК играть. Ну и твой стрим буду смотреть. Новый отряд. Отряд с друзьями не найдено. Во! Отряд с друзьями не найдено. Во! Новый отряд. Создать отряд. А, вот, точно. Там же через отряды. Давай. Вот, я создал. Пустая ячейка. Кого позвать? Меня. Вот я. Сильвариум, да. Вот. Сейчас я позову. Где тут как позвать? Закрыть. Сейчас я читаю. Друзья там. Ты нулевой. Ну и что, я тебе что-то позвать, что ли, не могу или что? Я захожу, я ищу. А, вот, пригласить, вот я тебя пригласил. Угу. Видно там? Подожди. Сейчас посмотрим. Пока... О, нашел. БВХ. Так. Я создал наш отряд, я командир отряда. БВХ. Участвует. Присоединение к отряду. Все. Есть отряд? Все, мы с тобой тут в отряде. После профиль исключить быстро. Быстрая игра, наверное же. Давай, да? Быструю игру, давай первый режим. Проверка наличия членов отряда. 6-5. Членов отрядов 2, вон, да. Отлично. Вроде бы. Ну, подбор что, игроков поздравления. Ну, соединение. У тебя пошло, да? Да. Все, поехали тогда. Ну, игра начинается. Ну, это я. А какую... О, это карта. Ну, я не хотел эту карту, я хотел на машинах там больше легче. Ну, это потом, мы еще успеем. Я сейчас беру с дробовиком, который чувак. Я просто на нем очень легко играть. Я не знаю, не тяжело прицелить. Ух ты, быстро так грузит. Вот почему... Все, понесла. Я запустил, жишь, да? Да. Ты за кого, я штурмовик? Если я успею, пока вы будете. Да мы уже через 17 там. Привет тебе передает Коржик. А, привет, Коржик, тебе тоже. Почему ты не с нами, Коржик? Коржик, наверное... А, Коржик, наверное, заменит меня, да? Через... Наверное, не знаю. Ну да, получается, что да, Коржик. Но я хочу и тебя послушать тоже. Ну вот, уже лучше. Игра уже началась. Ты где? Я тебя жду. Я не знаю, где ты. Я вот стою, мы зелененьким. Стой, не убегай. Вот, я сзади. Ты подсвечен.
Мы же в отряде, не забывай. Ау. Вот я сейчас буду офигевать. Блин, опять я не ту нажал. Я опять на L1 жму. Вот я и делаю. Живой. Я живу. Ой, отходи. Дислокация. Блин, мне тяжело, я туплю иногда бывает. Ну, графончик, конечно, слабоватый. А? Графончик слабоватый, конечно. Ну, на киноплазме нормально смотрится. Ну, не знаю, ну графон там может быть. Ну, на ПК я тебе тоже скажу, не прямаешь. А! Я перепутал своего. Блять, меня сзади. Ты за кого играешь вообще? Я не знаю. Блин, я не знаю, как здесь играть. Я за кого-то играю. Вот мне интересно, как ты играешь. Просто это ж механика, давай возьмем. Я ненавижу эту карту, можно ее просто, я не знаю. Я лезу куда-то. Да я знаю, я вижу, я за тобой. Ну. Тебя сколько раз уже там грохнули? Два. Профессионалы хреновые. Блин, ну чё стоишь? Дай мне пройти. Дай пройти. Да вот, давайте, идите уже. Ай-яй-яй. Я за тобой иду. Эту карту я еще не знаю, ни разу ее не было. Это новая? Новая? Это новая, да. Я просто после первой бетки это новая. Сейчас будем полы вскрывать. Да, где монстры? Ой. Монстры. И монстры. Где монстры? Сейчас 24 секунды вскроется. А что нам делать? Сейчас банк будем. Мы же бандиты, да, вроде? Да, вроде. Ну сейчас вот потолок сломаем и войдем. И войдем в банк. А я пока. Да куда ты подходите? Тут же страшно. Сейчас войдет. О, понеслась. Опа! Готов. Входим. Я убил кого-то бейсбольной битой. Подожди. Меня в банк вошел и упал. Сбегите с сумкой, черт. Стойте, дай мне еще сумку. Подожди. А, я уже взял сумку. Куда дальше-то? Я вот это вот не знаю, я вот после нового обновления так и не понял, куда сумку надо тащить. Вот я тебе говорю, я реально, вот ты взял сумочку, и ты бабки. Ау, не бейте меня, меня убили. А как ты деньги взял, подожди? А я знаю, что ли, я подошел куда-то. Графон слабоват на твоей PS3, да ладно. Коржик, я знаю, что он слабый. Ты реально слабый графон? Не, ну правда слабый, а что, сильный что ли? Сейчас граната рванет. PS4, конечно, крутой графон, но мы ничего не говорим. Наслаждаемся тем, что есть. Я убил кого-то. Кого я убил? Ладно, я это. Первый знаю. Ой. Я ж обещал, что не без этого. Я думал, тут ты противник. Ааа, сволочь! Тихо. Иди сюда, я стену сейчас буду ломать. Ура, присоединяемся, да? Кого PlayStation 3? Я сейчас стенку выбивать буду. Иди сюда, посмотри, как эпично она взорвется. Взрывы Battlefield. Сегодня я не успел Uncharted начать, к сожалению. Это я тебе не дал. Все, входим, стену вынесем. Да нет, просто у меня качалось. Ой-ой-ой-ой-ой! Меня сзади. Вот как их убивать, я не понимаю. У меня просто качалось это, бета. Почему они такие профессионалы? Можно убить? Какие профессионалы? Просто они переиграли в Battlefield тоже. На этой консоли. Да. А куда мне идти-то? Украдить сумку. Ну вот этого я сам еще не понял. Блин, ненавижу эту карту, ну, именно на PlayStation, потому что здесь как бы не очень сильно удобно стреляться в помещении. Мне нравится вот это вот. Вау, я какой-то дефибриллятор взял. А, оживляет запавшую стену в команду. Я опять сдох. Я, ну, не а везет. Как мне оружие сменить, знаешь? Ну, уменяй там, когда умираешь. Треугольник? А, вот, треугольник. Тихо, сейчас. Треугольник. Сумка. О, я взял сумку. Ау! Это противник был, а я думал, это надо. Откуда вы? Не знаю, какой-то... Они стреляют, я не понимаю. Какая-то сволочь.
Народ, пишите в чатик, я уже скучаю. Вот скажите, как вот они так стреляют? Профессионалы просто, это не топ-геймер. Пишем в чате. Так, защищайте курьера. Нет, GTA, я скажу, какого GTA... курьера? Охрена узнаю. Где этот курьер? Я сам еще не знаю, я только первый день. Мне вот интересно, знаешь, что? В GTA вот наводка есть, а здесь какая-то она тупая. Народ, ой, блин, как меня убили, я же её убивал, соль. Я упытаюсь, я отомщу за тебя. Я стреляю, стреляю, а он меня убил. Вот, меня в детстве не сливает так же. Я отомщу, блин. Отомщу, называл. Ты, получается, жмешь L2 и жмешь... Что ты жмешь еще? L2 и R2. Стреляю. Что еще? Это стандарт. И все, и больше ничем не двигаешь, просто на месте а стоишь. Что еще надо? А двигать эти, как его, или у тебя автонаводка? А, я сам, конечно, стреляю. Что ты тут глупость спрашиваешь? Не, о, ну, я кого-то это... убил, смотри. Ты двигаешь этими вот? Ну, сосками, ой, эти, да. Сосками мне послышали? Да-да-да. Снайперки, минус, сука. Я кого-то убил, меня убили. Я минус 3, по-моему, сделал со снайпу. Ладно. Вот бери снайпу, самое то, что легкое. Снайпер мне сложно играть. Блин, сколько у меня бабок? Я тебя люблю, да? Я тебя люблю. Ну мне. Умри! Молодец. А как ты его так убил? Как? В голову как? Прицелом или. А где сумка? А, вот аптечка, подожди. Я у тебя аптечку украл. О, мне за это денег какой-то реально. Я бы тебя взял, ты же не против? Нет, не против. Блин. Вот как? О, я вот целюсь, и меня как-то, знаешь, откидывает по отдаче. А да, а че умный такой? Ну а что делать, я не могу понять. Целиться. У меня, ты понимаешь, отдача идет. Меня как-то тянет в другую сторону. Штурмовик тебя, ой. Штурмовик. Кем мне играть? Давай попробуем штурмовиком. Там у него дробовик. Я не люблю дробовики. Это самый легкий. Что здесь я видел? Дробовиком нет? Сложно играть, потому что он радиус маленький. Ну, ай-яй-яй, без радиуса могу. Где мне я сумку взять? Блин, уже музыка играет. А это может или раньше раунд закончится, или... Блин. Да, я бандиты сказал, устранены. Поражение. Проиграли. Убийство смерти 9. 5-8. У тебя? Да. Ну молодец, ну ты ж профессионал. Ой, народ, я... шумит у меня, да, сильно этот фон. Слышал. На 5 уровне вроде бы дают. Очень сильно у меня шумит, фонит. Че у тебя фонит? Микрофон фонит. Ой? Да. Нет? Ну, может быть, есть, да, немного. Блин, ну, это из-за того, что у меня комп шумит. Хуй, чё, кстати, от тука. Да нет, не комп, это PlayStation, ё-моё. Опять, что ли? Да. Может, поменяем карту? Ну ладно, давай еще раз за конец играем. Я хотел показать людям нормальную карту. Мы еще поиграем. А не убожество, я извиняюсь. Конечно, все так и можно. Так, что можно купить, я вот думаю. Ты знаешь, что здесь еще теперь на деньгах сделано? Mm-hmm. Вот это что мне... О, экипировка. Да. Какие-то гаджеты, гранаты, одежда. Ой, мы за копов играем сейчас. И что? Да. Ура, мы копы. Коп. Блин, коп. Я люблю за копов играть, они крутые. Ой, у меня лагает, а нет, все. А, да, у меня лагает. О, а где лагает? На PlayStation? Ну, это... Сеть лагает. А. У меня все виснут, я висну. Блин, как лагает. Я не могу с места сдвинуться. Это такое возможно на PlayStation? Да, смотри, они у меня просто бегают.
Да, соединение неплохое. Я сейчас выкинет. Как выкинет? Потому что у меня все замерли. Ой. Все, меня вытянуло. И что, мне выходить? Зачем? Ну, да. Сейчас все соединились, а наверное, нет? Может, не? Окей, давай я поменяю. Посмотрим. Я хочу соединение поменять. Потеряно мне. Я хочу поменять вообще карту. Это возможно? Как отсюда вообще выйти? Я понять не могу, как это. Как покинуть? А, вот. Ничего себе, у меня Сонька шумит. Как вентилятор. У меня тихо она. А может это разработчики переборщили там? Ну, мою Соньку ставим. Не, у меня тихо она работает. Мне прям шумит, как пропеллер уже. Я вышел все-таки, я хочу на другую карту сыграть. Присоединяйтесь, как я. Так, так, ладно. Так. В меню. Давай я тебя приглашу. Или вступить в отряд. Во, присоединение к отряду. А ты нажимай, там синхронизация какая-то идет вообще. Я могу тебя опять позвать. Да я уже. Ты уже? В отряде. А как это? Расширять отряд, свой профиль, быстрая игра. Все, пора... я в твоем отряде. Опыт, тип отряда. Режим игры. Угон, во! Давай угон. Блин, угон, подожди, захват. По-моему, захват это был. Давай так. Угон. Не, угон это старая, захват. Блин, по очереди хочу. И что мне теперь вот так вот вроде жать? Не, по успешности, это вроде бы эта карта, на которую я хотел... Я не пойму, откуда звук у меня шумит, ну ладно. Рейсил Санька. Я надеюсь, что я все правильно поставил. Я надеюсь, только подбери мне тут то, что я тебе не сказал. Вот вообще просто... Так, бью. Ну и чё? Загрузочка. Да. Песочная буря. Это самая большая карта в Battlefield. А, это у меня ты... опять вылет. Как вылет? Ну, у меня очень глючит интернет сейчас. Попробуешь сам присоединиться? Да. Если нет, я выйду. А. Ну, здесь можно надо с дробашом. Здесь самая такая карта. А вообще нет, здесь надо механик. Тут машины есть, наконец. Не слишком удачно. У меня все. Фигня. А, там уже новый раунд начался. Ну, понятно. Только что закончился. Да, присоединиться к игре. Присоединяюсь. Там новый. Там все сначала, повезу тебе, я зашел под конец. Сейчас на вертолете попробую полетать. Я ж прям жму, чтобы первый. Ничего себе, мы уже. Запускают. Что за фигня? Я не знаю. У них что-то перезапускается. Да? Да, что за фигня. Ожидания игроков. Все, пошло, песчаная буря. Ну там пишут у нас ожидания игроков, людей мало. Вообще. Ну да, жди. И кого это вообще? Я один летаю. Ебать, здесь летать это. Опять перезапустилась. Та ёптерный бабай. Песочная буря перезапускает. Ага, вот, вижу. Пока людей, наверное, не зайдут. Люди не зайдут, ничего не будет. Вот, всё. По машинам. Ух ты, какая карта. Механик. 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 Давайте я буду штурмовиком. Бери. Ой, у меня аж телефон упал. Я что хотел-то сделать там?
Прикольно. Так, по машинам. А сейчас можно будет уже диссоциировать. О. И чего? Как сделать от другого лица? У меня не хочет опять. Да. Опять выйдет. Опять вылет. Опять выйдет. Я не могу, у меня коннект ужасный, народ. Я ничего не могу сделать. Ну попробуй зайди сейчас сам на другой сервак, поиграй, Да если. не в этом дело, у меня интернет. Я тут еду. Мы поставлены в очередь. Видимо, там все забито. Нет, там А, нет. не, ошибка, я выведен из позиции. Присутствует. У тебя нет, почему-то не присутствуешь в сети, мне пишут. Да. Бля, снайпер. Прикольный снайпер, чё. А, во, он засел где-то, понятно. Жук такой. Опять я выйден из ВСН. Плохо интернет работать стал. Вот вовремя он очень. А у тебя вообще нормально было до этого? Ну, стрим-то идет. Я имею в виду, у меня на PlayStation 3 плохой коннект. Ну, понятно. Угу. Вовремя он реально, так что-то как-то не... Да, что-то печально. Подставляет. Печалька. Народ, пишите в чатик, хотя вас там мало. Такое ощущение, что никому не интересен Battlefield, хотя... Но они ждут, когда что-то произойдет. Ну, может быть. Так, инвайт просит, Коржик. Че, кто? Инвайт. Коржик сейчас придет. Пускай приходит, я скоро уже покину. А, ты уже? Нет, еще нет, я еще чуть-чуть, я играю еще. С огромным трудом зашел в PSN. Да, я вижу, что ты С присоединяешься. огромным трудом. Мне еще надо в Battle.log зайти. Вот я когда стреляю, мне такая жесткая отдача идет. Вот как ты с ней справляешься? Ты, наверное, не так сильно патроны стреляешь. Ты, наверное, по одному, да? В общем... Так, Ну а как? короче, я присоединяюсь к тебе. Угу. А, слушай, очередь. Я создаю новую, потому Ничего. что места нету. Я могу и в той побегать. Новый отряд я создаю. Пригласить Коржик. Ты меня хочешь позвать И еще? тебя. Блин, мне надо выйти тогда с Ну этого. да, места нету у тебя, поэтому я Вообще приглашаю. не будет. Сейчас, подожди. Так, параметры. А где принять-то? Ты где нажимал принять? А? Ты где нажимал принимать кнопочку? Мне Там. тогда что-то сверху пришло, ну а куда Ну, нажимать? зайди в сообщение, там можно тоже. А так, если сетевая игра, чтобы сыру игру не сворачивать. Присоединение к отряду. Новый отряд. Отряд, да, вот вижу. Давай уже быстрее. Ну-ка ставь, пожалуйста, вот эту А, карту. вот все. А кружок еще не будет в голосовом. Так, да? Ага, вот все. А ты карту поставил? Да. Вон, не видишь захват. Окей. А то я очень хочу на ней поиграть. Я только что сейчас минус 3 сделал. Так получилось. Да. Повезло. Я тебе скажу, здесь не прям все так прям умеют в Battlefield играть. Я Так, у сейчас... меня что, опять заглючило? Нет, нам не надо, чтобы у тебя заглючило. А, нет, все, песчаная буря. Все нормально там? Угу. Так, как играть? Коржик пишет, как играть?
Так играть? Коржик, ну никак, просто беги. Просто беги. Я вот на ПК бегал сегодня, бегал. Блядь, надо клавиатуру подсоединить. Итак, дислоцируемся. По машинам, ребята, давайте. Где вы? Ты где? Так, ну чё, поехали. Я штурмовик. L2, R2 выбираем. О, давайте, садитесь. Кто ещё? Коржик сел. А ой, ты я куда-то сюда. Сел, хрен знает куда. Ты к нам сел. Да? С Коржиком сидим, и все тимы сидим. Да нет же. Вот это, я, не, посмотри внимательно, все зелененькие. А-а-а. Это вся наша тачка. Круто. Вся тима в сборе, водитель симка, мы едем, понятно? Круто такая. Да, Коржик с нами, все на связи, бандиты едет. Это заниженная приора, там стреляй, Коржик, стреляй, рви его. Мы на машинке. Эй, куда едешь? Я... Ты не видишь враг там? Ради? Я его, видишь, сбил. Сбили врага, поехали дальше. Так. Ну ты крутся. Давайте. Давай, Че он не стреляет? Че он не стреляет? Давай, захватывай. Как? Чего делать? Захватывай, мы уезжаем. Ну, мы захватываем. Всё, поехали. Сумку мне дали, поехали. Все, захватили. Вас повысили. Поздравляем. Уровень 2. Куда едем? Куда едешь ты? На С, давай. А где она? Вон там же, на радаре. Лол. Я не вижу ее, подожди. Или А, вон там есть. Езжай быстрее. Зачем я дробовик взял, блин? Ну, без смысла. А? Зачем я взял дробовик? Я не знаю, мы будем кататься просто. Мы катаемся. Давай, иди, езжай. Я жду, когда что-то будет. Куда ты едешь? Я по кругу гоняю. Подожди, я жду тут. Ой, Север. Стой, погодь. Я не хочу. Алло. Сейчас, секунду. Что это было? Я вижу. Я случайно Коржика... Добавь его сюда, сейчас потому что... Сейчас я его добавлю. Будет так. Я еду на А сейчас. Вот так. Сильвер, а. Подскажи, как вылезти из сраной машины. Я не могу понять, как это, блядь, играть. Серьезно, что за управление? Ой, я гранаты кинул. Куда я гранаты? Как вылезти из сраной машины? Я только на крышу перемещаюсь. Куда едем? Подожди. Сука. А как мне стрелять? Как вылезти из машины? Как? Дай выйду. Дай выйду из машины. Я жму на все. Блядь. Может, кружочек? Так, стоп, я в настройке. А может нельзя? Ой, да привет. Можно из машины вылезти. Там еще кто-то приехал. Как нельзя вылезти из машины? Наша болтов прибыла. Как вот он вылез из машины, а мы не можем вылезти из машины? Стоп. Твою мать. Ой, а кого я стреляю? Я не знаю, в кого ты стреляешь. Ой, кто вышел? Как выйти из сраной машины? А, у него проблемы. Так. Мне не это интересует. Меня интересует, как тут вообще это. Как выйти из долбанной машины? Не знаю я. Ты представляешь, в настройках крестик. Даже о, нет. Крестик это пересесть. Крестик это пересесть. R3 это просто на крышу залезть, чтобы тебя убили побыстрее. О, я не вот знал, как что... он вылез из машины, расскажи мне, пожалуйста, и стоит, смотрит на нас, а? Как он это сделал? Выпустите меня из этой сраной машины. Может взорвать? Ты колебай. Ой, давай взорвем эту сраную тачку, может так выйдем. Бегоник оружие менять. R2 стреляет. Как R1 вылезти из машины? Я все пережал уже. Жди. Ну, ты там? Может телек? Нет. Старт? Нет.
Я все пережал, я не нашел. Треугольник! Ой, фу, квадрат. Удерживаю квадрат. О! Кнопку. Ура, блин, на ногах. Мы вынесли это. Ура. Спасибо, Коржик. А где, чертовы враги, что мы делаем? И почему мы не грабим банки, а просто захватываем точки, как в колде? Потому что так надо. Не, я понимаю, но Hardline, он не для этого создан. Мы должны быть бандюгами. Поехали этого... в машину. Я не хочу в машину, я накатался уже, серьезно. Ну, я в эту адскую тварь больше не вернусь. Меня нереально плющит, народ. Меня лагает интернет. Почему здесь все так мыльно, боже мой? Потому что ты на PlayStation 3 играешь. Да я знаю, я поиграл на PlayStation 4 и сравниваю, мне плохо. А где наш приятель-то? Я не знаю, где твой приятель, потому что тут враги в точке сидят. Он тут, но его нет. Странно. Ну ладно. Его тоже приучил. О, господи, враг! Убил. Ты где? Бля. Сразу перележался. Я на точке засел, там в квартире трое сидят. А я какой-то мотель граблю. Ну вот, в мотеле они и есть на втором этаже. Но меня нереально плющит. Я не могу добраться до этой точки. Ах, это не слокация. Я опять в сраной машине. Все, я вылетел. Ну нахрен. Я опять вылетел. И ты вылетел, зашибись. У меня вообще плющит очень. Не знаю почему. Может, поближе к роутеру пересядешь, нет? Некуда, куда ближе-то. Может быть, из-за того, что ты транслируешь, у тебя глючит интернет? Не, стрим-то почему работает. Нет? Ну, стрим-то работает, но уже это канал. Ой, чё-то такое. Кто это делал, а? Я не знаю. Твою мать, мне в попу стреляют. Чёртовы полицаи. Сейчас перезайду в PSN. Здесь надо подбирать аптечки или что-то в этом роде, или просто полежать, ему легче станет. Чувак. Сильвер? Я от игры не получу. Сильвер? А. Как здесь лечиться? Я не просто знаю. Полежать в кустиках и все? Я не знаю. А, да, просто полежать в кустиках, понял. Потому что какие-то дефибрилляторы. О, господи. Я не могу подключиться опять. Именно в этот момент стал плющить интернет. Я ничего не могу делать. Отряды этой группы, присоединились к отряду. Стоп, все кинули или тут еще кто-то сидит? Кто? Один в вертолете, симк твой встал. Нет, пока он это. Он. На ФК. А, не его, не вру. Вру, пижу. Прошу прощения, пижу. Не стреляйте мне зад. Так. Народ, пишите в чате. Как-то не весело, я не знаю. Это какая-то просто батла с замесом под Counter-Strike. Не, но я помню, я играл на ПК, хоть и с лагами, там было ограбление какое-то. Вот это было весело. А, ну давай, будешь... сейчас будет ограбление. А, правда. Это какая-то просто беги и стреляй. Я сейчас парню в спину прострелял, а он не помер. Вот расскажи мне как. Да. Ну, хрен ты не помираешь. Оспаривается. Оспаривается, what the fuck. Пытаемся мы до него. Алло. О, алло. Ты вернулся. У меня пропал звук почему-то, я объясняю. Выходить у нас получается это на... Господи, не пугай меня. На квадратик. Да я уже... Лечиться надо покупать. У меня опять приставка зависла. Топ, как лечиться? Надо покупать эти специальные шприцы. Дефибрилляторы, которые... Ну, шприцы специальные, да, там, если ты играл... Что, издеваешься? Я не помню уже батлу, знаешь, как я последний раз играл в 3... О, господи. Почему на мне появляются люди? Я в батлу... О, господи, это же... Я... Господи, да хорош стрелять в меня, твари. Внизу... Все, я в это говно не играю. Потому что... Почему говно внизу? Это на PlayStation. Потому что это чертов Counter-Strike. Где ограбление? Ограбление это другая карта. Теперь я в странном вертолете. Ключи карты нам. Если я спрыгну с вертолета, я долбанусь? Или тут нет урона от падений? Ладно, попробую. Здесь плохая третья... идея. Слышь, мы играли уже. Если ты смотрел стрим, уже как. Ну так еще можно. Я там посмотрел чуть-чуть. Твою мать. Сейчас вы вдвоем будете. Так, я вообще буду стрим смотреть сейчас. Кто здесь? Что здесь за убийца?
Монета за захват точки. Да. Графон здесь как Medal of Honor, серьезно. Одна фигня. Атаку в мультиплеере разве? Как вообще стрелять нормально? Вот я навестись нормально. Ну, блин, на PlayStation 3 стрелять отвратительно. Так. На PlayStation 4 это удобнее сделано. Я не знаю почему, реально? Но это так. Ты просто привык. Я не просто привык, там курки не такие сглажены по краям. Ну и там что, они, подумаешь? Они выпученные, и что подумаешь? Если ты бы оружие, курок сделал так, чтобы он сгладкий был, ты по нему, когда нажимал, он соскальзывал, тебе удобно было бы? Я вот не думаю. Ну там удобно, да? Там удобно, да, там удобно. А здесь какой-то пипец гладкий. А здесь вообще, блядь, тут что прицелиться, сука, я пытаюсь, блядь, уже не знаю, сколько, блядь. Да, выпусти весь гнев, у меня вот ровно такие же сейчас ассоциации. Я, сука, пытаюсь, блядь, пока прицеля, вот так. Ты же, че, чувак, ну что, игра вызывает эмоции, это нормально. Он знаешь, сколько эмоций вызвал. Сам-то вылетел-то. Не помогаешь нам, тварь, сидишь там в кустиках, да. Отсиживаешься. Мы тут за тебя отстреливаем, родину защищаем. Я вообще не в кустиках, я тут сижу, пытаюсь коннекту. Ну так О, господи! Рэмбо, гля, какие Рэмбо полетели. Я вместе с ними, бля. О, я сейчас еще одного человека гоню, наверное. Я еще в стену въебался. Слышь, Коржик, я сейчас еще одного человека подгоню. О, господи. Да, настоящие ты дебилы, короче, пошли змейкой и просто один человек перестрелял. Так, есть кто-нибудь здесь в здании? Нет. У вас заполнено, народ. Последний боец в отряде, это чё? Значит, ты один остался живой. Да нет, тут со мной хлопец справа бегает. Хлопец в отряде, значит. А, Сим клюнул. Или, а, нет, ты просто помер. Все, понял. Я-то думал, ты ливнул. Так, ну я создам новую игру, народ. Да. Твою мать. Ой-ой-ой, горим. Давайте ограбление банка, наверное. Давайте ограбление. Бля! А мне не нравится ограбление, там такая... Ну слушай, хардлайн это хардлайн, он создан для того, чтобы ограблять. Ну, да. И что, сраное слово, но все же. Да, грабим, ограблять. Убиваем. В батлу и так можно поиграть четвертую, какая разница. Я третий есть, четвертый, но я не играю, не люблю. Не, все есть, я фанат Батлана, я жду. Я не знаю, ну куда Хардлайн покупать? Хардлайн другая игра, понимаешь? Хардлайн, я не знаю что с Хардлайном. Я сейчас играю в сраный Counter-Strike, серьезно. Ну, где? Какие-то Арибы против каких-то копов. Я вас жду. Стоп, можно уже играть? Я же пригласил. Я не знаю, тут вроде весело, правда никого еще. А мне графон нравится. Графон? О, есть видел... графон, мне нравится. Ты не видел графон на PS4? Ну я на плазме играю. Кошка, успокойся. Слышь, я на плазменном телевизоре играю. Ну, так я тоже на плазменном телевизоре играю в разрешении 100, которым тут есть, но на PS4 это выглядит гораздо... Твою мать, меня кто-то застрелил от дробляка. Так, все, как ливнуть? Выйти, просто нажми, где ты стал. Не, я помер, я нажимаю на все кнопки, он просто... А, вот. Так, выйти. До свидания. Может, третью карту поставить, вторую, еще одну карту поставь. Помните та карта, которая была на презентации, я вот, давайте ее хреначим. Вот, поставь ее, да, вот. Так это какой режим? Это режим, там где надо захватывать какой-то кейсик или что-то вроде этого. Это надо взрывать. Это вторая идет перед этим. Перечисли мне вот сейчас, поставь. Это ограбление, нет? Нет, это не ограбление, другая карта. Сейчас погодите. Угон? Угон, да. Это угон. А угонять-то чего будем? Знаешь, что эта карта изменилась? А мне опять выйдет. Отряд расформирован командиром. Я манал. У меня вообще кошмар в соединении. Самое главное, в скайпе ты сидишь, трансляцию делаешь, а вот коннектиться что-то не особо хочешь. У меня PS3 другой, этот, интернет угодник. У меня PS3 другая, лол. Ух ты, я тут нашивочки смотрю. Я могу попробовать через провод подключить, но это... Через провод будет вообще зашибись, только не муторно. Не совсем пока... через провод. Не совсем через провод. О, мне боевой нахуй подали. Так бы... То... Через комп и... Так, ладно. Окей, короче, ты будешь создавать отряд или что? Да. Потому что мне до 20 минут, а потом и побежал. А как создать-то? Что-то у меня не выходит. Ну вот, присоединиться к отряду, новый отряд. Зашибай. Ты где? Чё?
Ты что, издеваешься в главном меню? Сильвер? Профиль только вижу. И а. Меня. Сильвер, ради уже, пожалуйста, а. Новый да, отряд нашел. Пострелять хочу. А то у него это, не стрим идет, только это, как бы. Загрузочные экраны вылет, отличная батла хаплайн. Хороший стрим. Самый лучший стрим. Так, как теперь вас самого пригласить, Коржик? Там смотрят люди хотя бы. Да нет, почти никто. Один человек смотрит. Ну вот именно, тут нечего смотреть. Это, по-моему, это не я, это кто-то. Кто это? Я потому что не смотрю свой стрим. Ну и не я, я себе на Твиче не могу. Ну ладно. Это Коржик. Поехали? Да, поехали. Давайте раунд сыграем и я сливну. Вы что, все от меня уйдете? Так, ладно, мы сейчас карту угона будем. Угу. А что угонять-то будем? Машину. А машина, которая с кейсиками? Не знаю, наверное. Да, потому что я же ничего не помню, честно. Давно это было дело. Да, 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 это она, это она. Господи, это машина карта из первой, что ли, Альфа, да? Да, 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 это я карта помню, у вас помню, я. Точно. Я тебе тебе говорю, там еще здание, да, да, там да. Еще. Ты, кстати, карты были. Чё? Карта это полностью изменилась, сейчас увидишь. Ну, ну окей, сейчас отсуню. Я, конечно, тогда играл с большими лагами, но пофиг. И, блин, я хочу играть на PlayStation 4, это пипец какое мыло и неудобство. А на PlayStation 4 нормально смотрится? На PlayStation 4 нормально смотрится. Вот тут стекло, которое я вот, например, ехал в машине, здесь оно просто размылено. Если ты играл в Medal of Honor, там ровно такая же графика. Вот тут вот, на уровне. Эй! Шо, эй? Дайте мне сесть! Они мне не дают сесть! Стой! А какого хрена мы копы? А, я не хочу играть до сраных копов, я хочу тырить вещи. Блин, я думаю, что взрывает. О, садитесь. Как? Вопрос. Мне кажется, эта машина непригодна для вождения. Грузовик вроде бы тоже. Или нет? Да, он тоже не пригоден. Да ну говно какое-то. Я помню, здесь мотики были, где они? Там впарили какое-то говно. Тут вообще стекло простреливается? Да, слушай. Да, физика есть. PlayStation 3, да что ты умеешь? Нарудит. А я недавно PlayStation 3 купил, а мне нормально. Зачем, это... правда, я не знаю. Больной мазохист. Чем-то PlayStation 4 не хватало, я точно это не могу. Мне на него денег не хватало. Лол. Я бы Xbox One бы взял на эти деньги. А чё тебе Xbox One-то сразу? Чё PS-ку не любишь? Я коробочники люблю PS-ку. Сраные. Коробочники. Там сзади. Коробочники. Ой, блин! Твою мать, что там происходит? Пили тоже. Ой, нет, нет, чувак, ты меня не видел, уезжай. Вот, молодец. Иди отсюда. Я тачку нашел, пацаны, сейчас тачка будет. О, господи, меня опять попытались бить. Я убил. Что вы сейчас тачку... О, Коржик. Просто Коржик. Я по машине. Убейте тут тачку, она заколебала меня уже сбивать. Эй, ходи. Отлично, еще меня и свои сбивают. Шикарная игра. Хорош. Хорошо. Ну куда въехал, Зимка? Катись у нас. Это не я еду. Урод, ты убей его. Кого? Я стреляю, сижу здесь. Водителя убей, кого. А, стоп, это Серёга за мной бежит? Да. А почему он мигает патронами? Я мигаю. Ты мигаешь патронами, ты вообще на радаре не отображаешь ходящие патроны. Это ты мигаешь каким-то. Я не мигаю патронами, я мигаю как, наверное, гаечный ключ, а ты мигаешь как патроны. Не человек даже. Ой, там, смотри, там бандиты. Ого, я с дороги тут ушел. Они гранату кинули, Сильвер граната. Окей. Окей, все, все, я пошел от него подальше. Одного минус, один минус. Какой минус? Я одного убил, там был. Этот добил. Убийца. Мне кажется, сзади нас машина, сзади нас машина! Оу! Давай, мы дислоцируемся. Эй, какой-то кинг подбит. Меня убил. Помощь перехватит. Привет, попкапа, раз я тебя видеть. Убиваю, меня убили. Короче, я рад видеть попкапа. Это же самый крутой чувак. Который веселые истории рассказывает. Все, стой. Господи.
Север, тебя куда понесло? Я знаю, что ли. Кто там пикает, как синица? О, радио даже есть. Как ехать? А я засяду. Подожди, подожди, Вася. Ты, может, подождешь, а? Нет? Не хочешь? Суровый полицейский я. Ааа, машина! Ааа! Ааа! Пускайте, пожалуйста, Сильвера за руль, я вас очень прошу. Это не я виноват. Твою мать. Так, ладно. Ой, я вас-то не выключил. Так, ладно, не важно. Это тебе на стриме записали. Не, на стриме нет. На стриме я вырубил. А как? Well, у соседей... Сосед собака лает на балконе по ночам. Бабки из соседней вот, квартиры насосала. Давайте поймаем эту сливу на нашем фургоне. Колебал. Давай, давай, ну есть меня. Давай, хлопец, газуй. До среды. О, я с вами. Да ты гонишь. А, они уже взорвали. А, они его храби... Лол, я ему в голову. Минус, один минус. Добили. А как пересаживаться? Здесь надо ездить. Не нравится, что здесь ездить надо. И все, и стрелять, захватывать и ездить. Все. Стоп, 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 стоп. Бля. Да, я вот об этом тебе и хотел сказать, что когда парень выбегает с РПГ, это как-то не особо весело, знаете ли. У кого, кстати, здесь РПГ есть? Народ, вы где? Я? Мы все подохли. Мы в одной машине ехали. Следите за отмеченной техникой. Окей. Не пускай си... А, стоп. Да я. Почему здесь нельзя все машины использовать? Ну, как... это было бы слишком. Было бы слишком, просто бы понаспавнили немножечко машины, все, которые можно садиться, а не как, я не знаю, декорация какая-то. Бред, правда. Стоит покупать баток и продавать? Да боже упаси, за 2500 это отдавать. Да. Меня жаба душит, косарь за это платить. Не, я говорю на ПК за это отдавать. Но на ПК, слушай, у меня ПК не потянет, я с такими лагами играл в него. Потянет, там вообще оптимизация бомбочка. Да не тянет у меня. Ну, может быть, они ее оптимизировали, но когда я играл последний раз в нее, это было очень давно, у меня просто все лагало. Именно на этой карте. Сейчас попробуй, скачай его опять. Лол, я чувачку на спину запрыгнул. Я вылетел. Опять? Да, опять. Не, опять я снова. Да. Зато он дольше продержался, это рекорд. Поближе Соньку поставил к роутеру. Сейчас я кое-что сделаю, вернусь. Ой-ой-ой, двоих почти. А я уже через 5 минут вас покину, пойду на ПК играть. Чем тебя не устраивает этот мыльный аппарат? Нет, мыльный аппарат устраивает. По-моему, отличная вещь. Я считаю, они еще и цены на него подняли. На мыльный аппарат? Сколько? Да, оно же 12 стоит. Вместо 12, я его за 13 покупал, этот мыльный аппарат. Ну, значит, тебя репостнули. Ты с каким баном покупал? Ты хлеборезку брал или нормальную? Я с GTA 5 слимовскую версию брал. Очень слимовскую или нормальную слимовскую? Очень слимовскую, да. Ой, фу, чувак, выкинь ты дерьмо, или то хлеб засунь, потому что я не могу смотреть на это подобие консоли. Ну, ты понял. Короче, GTA за 14. Ну, с GTA ты еще норм. Хотя она за 12 тысяч продавалась GTA раньше. Фу, там еще GTA, идет этот. Надолго. Иконка это эксклюзивная называется. Бля. Я настолько слепой, что при своих врагов не вижу. А мне нормальная такая, мне не насрать, как она выглядит. Стоп, так у тебя есть консолька четвертая? У меня нет. Сейчас, но будет летом. Я продам PlayStation 3, 5 тысяч накину. Ну так купить. Зачем ты купил, блин, сразу PlayStation 3, если ты мог купить нормальную консоль, царские них... игры? И у меня не нравится по консоли, я хочу посмотреть, что это такое. Ну, я бы... Кстати говоря, GTA 5 на PlayStation 4 четкая вещь. Лучше, чем на PlayStation 4. Фу, на PlayStation 4, на PlayStation 3 в раза два. Там, там контроллер мигает, когда тебя копы преследуют. Я вот только это за прям это 10. Да, это просто ты сидишь, она мигает. Очень ты просто кайфуешь. А когда ты затупаешь... Пришли мне по почте PlayStation 4. О, меня возродили. Пришли мне PlayStation 4 по почте. Блин, слушай, меня тут уже один... Чувак, тут меня так сильно просят ему GTA 5 просадить от PlayStation 3. Да. Зажравшийся паскуда. Тебе же не жалко, еще... тебе же не нужно. Конечно, не жалко. Игру за 3000, мне, естественно, не жалко. Подарю без... Фига тебе нужна, если у тебя и так есть. GTA сейчас дорого стоит.
GTA сейчас 4 косаря, я увидел эту цену, мне инфаркт хватил миокарда. Благо мне ее подарили, а не то, что я купил, потому что такую цену я бы себе даже почки не продал. Не говоря уж то, что о новых айфонах, это вообще пипец, столько косаря. Твою мать! Я почти попал. Меня как почти к вам... попали. К вам нельзя попасть. Да, у нас тут приватное лобби. Да нет, на меня очередь. Блядь. Твою... Чувак, я убил его. Только эта зараза все равно уехала. Ща, пойду. А я как комиксы новые купил, на 3000 затарился. Чего? Это Бабкапа пишет. Что он за говно купил? Я не знаю, что он купил за 3000, но его точно репостнули. Кушеротаны. Ты отпрыгнул от машины. Давай, за дедов. Порвём. Твои дебесы, бля. Заре возвращаем. Твою мать. Какая паскуда меня сзади задавила. Они все на оранжевых тачках разъезжают и разъезжают. Где они их берут, блин? Веселье. О. Я в какой-то тачке. Текущая позиция 1-1. Скоро я к вам подключу. Ты заходишь или нет? Да я пытаюсь, я не могу же. Почему не можешь? Потому что у вас в лобби полное. Почему? Чувак, ты четкий парень, ты должен зайти. Не огорчай нас. Я вас вот, пытаюсь. Попкова пишет, вы мне просто завидуете, что у него комиксы есть. А какие комиксы, ты мне не сказал? Да. Какие комиксы, а, Попкова? Скажи нам. Папа Карло комиксы, что? Попкова. Мне надо подбить. А? Какие комиксы-то? Я не знаю, сейчас посмотрим, узнаем. Отлично, я купил комикс на 3000. Да не я же купил, блин. А, окей, все, вопрос. Наш зритель, ты че, вообще что? А, наш зритель. Да. Твою. Молодец, что ты купил. Он тролит, я же знаю, он такой. Ладно, я ливаю. Пойду сейчас на стрим. Зачем? Надо, выгоняет меня с PlayStation. Знаешь, сейчас с Коржиком буду играть, или нет? Да слушай, у меня 6 минут есть, да и потом я побежал. Коржик веселый, чувак. О, я подключаюсь. Очень. Коржику. Ты сейчас развеселил стрим. Я знаю, Коржик вообще веселый, я же ему говорю, ты звезда. Сильвер, ты где? Меня и так покинула эта паскуда, за дедов воевала. Я подключаюсь. Отлично, вы просрали. Не можешь не заходить. Лол. Три убийства, 6. О, боги. О, общий счет 0-0-0. Ой, пацаны, уже зашли. Следующий раунд через 14 секунд. Бля, он вовремя зашел. Просто по-царски. Поддержать морально. Зато мне накинули деньги. Или нет? А, нет, не знаю. Я не знаю, там, по-моему, за то, что убиваешь кидают деньги. А, не знаю, ну что там кидают? Отъявленная банда угонщиков Попкап напала на так центр. И нам не ответил. Что же это за комиксы? Ладно, я пошел смотреть стрим, удачи. Давай. Давай, чувак, пацан на 5 минут этим встречи. Ладно, поскольку у нас штурмовик ливнул, я полагаю, я за штурмовика побегаю. Окей. Да. Я люблю дробовики, ебал. Извиняюсь, Рица, я люблю... Нет, нельзя, лица. надо больше. Я опять вылетел? Надо больше, офигеть. Это же не смешно. Слушай, с кем я, блядь, играю? Так, ладно. Я опять вылетел. То есть, я так понимаю, мне вообще не имеет смысла играть дальше. Я, конечно, за бандюку играю. Я подключаюсь, стой. Я сейчас посмотрю, как этот стрим идет, блядь, на Твиче. Поугараю немного. Ага, взлеты и падения Сильверсварда. Бат Battlefield Hardline, или как даже у меня плойка его не тянет. Сегодня, я сегодня, у него плойка не тянет. Но он влетает из него постоянно, комп вообще не запускает, плойка его даже 5 секунд не держит. Какая разница, где ему играть, все равно эта игра не для него. Ну чё, Сильвер, ты заходишь? Я стараюсь. Не кидай меня в этом. В этом одиноком мире, темном и холодном. У меня друг играет на PlayStation 4, сейчас с кардуами, говорит, такое говно на PlayStation 3 я не видал еще. А он не перепутал циферку мальца, там, ну,
немного подправить надо, вместо тройки четверку, это я так молчу. Да не, он сначала на третий поиграл, потом на ПК, а потом зашел на PlayStation. Ему больше... На PlayStation 4 нормально играл фон, чувак. Вот чё, серьезно, вот, вот прям... без Б норм. Ну я тебе скажу, на ПК она смотрится вообще тоже бесподобно. Ну на ПК это ясен пень, покупаешь какой-нибудь GeForce она... за 5 почек и спокойно играешь. У тебя он пыхтит, и ты наслаждаешься отличным. Я за 5 почек, да. Именно за 5 почек, потому что сейчас видеокарта хорошая стоит больше 30к. И если у тебя ноутбук, как у меня у Лалки, то хрен ты что поменяешь, честно. Ясно. Бля. Кто придумал гранату на L1, убей себя, пожалуйста, об стену, блядь. А кто придумал садиться на удерживать треугольник, я тебя ненавижу. Это просто, блядь, тупое управление. Это надо было подписать стрим с матом 18+. Да это просто я сюда пришел, разошелся, а так вы вообще миленькие здесь были. Да, я сегодня разошелся, я просто... выплеснул всю энергию свою, что ли. Слушай, я минут 5 пытался из странной машины вылезти. Ты думаешь, как я себя чувствую? А я управление машин все равно лучше, чем Watch Dogs. Я какая разница? Я наконец-то за чатиком. Твою мать, меня еще и вмазались. Вот, вот самое обидное то, что когда пропиарил в своем паблике, ебать, а никто не пришел, обида. Ну, может быть, и пришли, но увидели то, что у него вылетают, это обидно. И тут какой-то парень сидит, еще один парень, вообще не ругается и плохие, что с ним сидеть, смотреть, фу на него, фу, не Логвинов, отписываемся. Блять. Кушаю мамины макарошки и пью воду. Кто это пишет, мать вашу? Чувак написал. Приятного аппетита ему. Я не, не буду любить мать. Скажи просто приятного аппетита. Вообще самое удивительное, что есть хотя хоть какая-то физика есть. Я могу уничтожать странные объекты. То есть стекло простреливается. Дырки, конечно, не остаются, но все же все-то что-то рушится. Ебать, я сейчас смотрю трейлер на... А на Xbox One такая красота, реально смотрится красиво. А тебя случайно этот не подкупил? Нет? Нет. Точно не подкупил? Меня не подкупил. Вот как не он подкупали? Так стреляет красиво, хорошо, на PlayStation также нормально стреляет? На PlayStation... Чувак, на PlayStation 4 там нормальные курки, здесь они зогнутые, там а не там... Будет... Ну там тебя не будет прям так шатать, ебать. Там не будет тебя так шатать, там все будет красиво выглядеть. Там с автонаводом, да, вся хуйня, да? А, автонавод. GTA что ли переиграл? Вот там реально автонавод. С GTA. Очень шукаряво работающий. А что ты хочешь сказать, здесь не будет автонавода? Ну а как тут автонавод делать, это скажи мне? Я тут стреляю в чувака, я попасть не могу. А как здесь, блядь, стрелять нахуй? Здесь вообще тяжело прицелиться, ебать, иногда. Да не, чувак, ну, пять матчей, и ты придрачиваешь, какая разница. Консольные шутеры, такие консольные шутеры. Вот, например, тот же Destiny, который красивый, но пустой просто до бесконечности, там стрелять очень удобно. Там это реализовали... И вы как бы, наверное, поэтому... Чё? Я просто еще не привык, наверное, из-за этого. Ну, если ты первый раз играешь в шутеры на консоли, то да, я понимаю твою боль. Раз. Так, Watchmen... Я в GTA 5 просто переиграл. Чувак, в GTA 5 даже целиться не надо, там автоприцел. Да, ты... Блин, там банально автоприцел. И то надо, иногда у меня это не получается. Короче, понимаю. Слышишь? Почему здесь копы похожи на бандитов? Кивы вы гарные, матом ругайтесь, вы не охренели, да? Мне ну, офигеть. Я извиняюсь, прошу прощения, это, меня это реакция на Battlefield, понимаешь? Хватит материться. Я вот сейчас думаю покупать. У меня права могут отнять вообще. Я хочу купить батлу именно. Ой, на... Привет, Джинкабам, привет, привет. Привет, да, чувак. Я хочу купить батлу на ПК. Кушаю мамины макарошки, пью воду. Это вот. Я сказал уже вообще-то, да. ЛК бы пишет. Так, я сейчас подключусь на проводное соединение, придется подождать минут 5. Хрен я успею за карточкой оплаты, я так чувствую. Ну и хрен с ним. Чё хрен чувствую? Завтра скидка на Infamous закончится, и я останусь с носом. А там и так уже цены на Destiny подняли, ты видел, кстати? Я ее за косарь покупал с чем-то, за косарь 600, а теперь она стоит 3000. А как ты думаешь, это, GTA, какая GTA, PlayStation 4 или это будет дешево стоить? GTA 4 будет дешево стоить через год. С таким курсом рубля. Пятая, ёпта.
А, пятая, господи, я все время путаю. Я просто когда слышу словосочетание GTA для PlayStation. Привет, Дефист, привет. Народ так приходит, как раз вовремя. Сейчас у меня как раз все. Не будет стоить где-то дешево или нет? Сейчас все будет, народ. Будет GTA 5 стоить дешево. Будет, конечно. Максимум 3000, 3500. А PS, PS 4 будет стоить дешево? Да, ну сам, сама не короче, шифруй. Короче, капы, я тебя не понимаю. Чувак, расшифруй ТС. Меня кто-нибудь тебя сейчас слышит? Я не понимаю. О чем он? Что такое ТС? Объясните ТС. Мне. Да, вот, ТС. Я зашел теперь с ПК. Чувак, что такое ТС? Просвети, пожалуйста, необразованного. Короче, ТС? Коржик, я захожу. Ну давай, меня тут уже просто смоляют. Наконец-то. Во все щели. Кожик, ты там тащишь? Да вообще просто убиваю людей, шпигу их пулями, а потом они и меня, я плачу. Сейчас через они провод подключился. Должно не глючить. Кстати, чувак, эти. У меня капуста в магазине около дома, цена 2 раза выросла. Оу. Вау, а гречка прикинь растет. Это кто-то пишет. Можно про это пошутить. Чувак. Я думал, это у тебя. Да, нас упасть. Люди смотрят, давай играть уже, заходи. Да, все, я уже захожу. А то люди развлекай могут людей, обидеться. То, ой, 7 человек, есть. Вау, вау, вау. Именно давай успеть. Быстрее. А? Где игра? Почему я себя слышу? Я не знаю. Я не знаю, даже. Потому что короче, чувак, была. Если ты будешь брать PlayStation 4, бери GTA сейчас в магазине, который электронный, потому что пока там цену не подняли на него, она там более-менее, но божеская. Коржик, я не могу к тебе присоединиться. Я там цифры, думаешь, кто использует ракетницу, тот просто петушок, серьезно, вот это без мата. Я не могу к тебе присоединиться. Окей, создавай отряд, я с тобой еще 5 минут поиграю и пойду. Так, где тут? Присоединиться новый. Давайте. Народ, присоединяемся. Чувак, 5 киллов. Ох, я научился в это играть. Я летом куплю PlayStation 4. Все. Летом. Поехали. Какой лучше, черненький, беленький? А в каком режиме играешь? Я ни в каком. Хочешь ограбление? Я не знаю, это на. Я на 5 минут, чувак, и все равно может последний ли он. Ну давай ограбление. Поэтому мне без разницы. У меня 40 рублей на еду. 2 дня, как я PS4 куплю? У меня 100 рублей на еду и 2 дня, как я PS4 куплю? Блин, я только что это прочитал. Дежавю. Север, пускай шарманку. А как? А, вот. А ты откладывай 100 рублей, ты не кушай. Ты там это на проезд трать. Вот я 17 рублей на проезд трачу. Чувак, ты москвич или нет? Оставляю на завтрашний проезд. Ты чувак, потом... Чувак. 200 рублей в день. Экономист мой родненький, ты москвич? Нет, не москвич. И слава богу, 50 рублей за метро видал? Да я знаю, что я... 60 рублей практически за трамвай. Круто, да? Покатаемся. Я ездил, да, в Москве. Чувак, они сказали на 7% подорожает, а в итоге подорожало на 10%. Отлично. Просто. Собянин молодец. Да? Чем? У вас сейчас метро 50, да, стало стоить? Да, метро 50. Я помню времена в 2005 году, когда 25 строило, прям как у Сивера на районе. О, Коржик, привет. Ой, я гранаты кинул. Уйди. Так, я вернусь. Твою мать, кто взорвал машину передо мной? Прости, чувак. Я изначально... Чуваки, а вы кто? У вас комментарии, чуваки, вы кто? Вы но кто? Я, например... А ты кто? Я не знаю, кто я, ребят. Я тут запорожец просто... он! Это мой район, это мой район, ёпта. Коржик, ты где? СП, я тебе представляю Симку и Коржика. О, господи, нет. Так, ладно, твою мать, кошка. Коржик, просто Коржик, народ, пишем. Коржик, просто Коржик. А вас убью когда-нибудь за эту фигню, Сильвер. А тебя кастрирую. Ты что стоишь? Пошли. Я не знаю, что... Кто опять гранату кинул, а? Сегодня жестко. Кто гранату кинул? Матом. Сильвер! Да это не я. Обернулся. Слушайте, блядь, сука. Тихо. Сильвер обернулся. Тихо. Перестань жать кнопку L1, хватит. Заим... Хорош, не матерись, мы культурные люди. Все, ладно, не матерись, а то реально забанят. А то он потеряет партнёрку. На СТ2 ТВ, блин, канал у меня, эй. Это же PS3, да, это не Next Gen.
Это не. Это пастгена. Причем самое главное, чувак.